Первая крупная коммунальная авария с начала отопительного сезона произошла на сетях Волжской ТГК. Порыв на трубе 800 мм случился в понедельник в обед в гаражном массиве неподалеку от Кировского рынка. До поздней ночи энергетики искали место порыва, копали то тут, то там. Жители Кировского района не успели порадоваться горячей батарее. В некоторых домах из-за аварии отопление пришлось отключить, и горячую воду подавали по временной схеме. Мы, конечно, возмущены. Такого не должно быть. Мало радовались 7 дней. Нам первого давали числа, а сегодня вот днем отключили. Еще пока не успели замерзнуть. Все дни у нас обогревались, у нас было очень тепло. Еще ночью энергетикам все же удалось найти место порыва, откачать воду и приступить к земляным работам. Как сообщают в Волжской ТГК, устранить порыв на тепломагистрали помешали незаконные гаражи. Ускорению ликвидации повреждений помешал капитальный гараж, который был незаконно установлен в охранной зоне теплотрассы. Некоторое время шло на то, чтобы организовать его демонтаж. Возраст теплотрассы, на которой произошел порыв, 30 лет. Фрагмент поврежденной трубы передали в лабораторию на экспертизу. Тепло в дома Кировского района должно вернуться к вечеру вторника. Павел Баймаков, Валерий Шаронин. События.